Пионеры села Октябрьское Горьковского района начали учебный год. На торжественной линейке в День знаний их ждали не только напутственные слова от педагогов и родителей, но и заслуженные награды для юных героев. Сегодня в Октябрьской школе снова яркий и радостный день. Наступает новый учебный год, и такой сегодня красивый праздник – День знаний. В новый учебный год с новыми силами. За лето пионеры из Октябрьского отдохнули, окрепли и снова готовы штурмовать бастионы знаний. Впереди 6-й класс, самая середина школы. Вы выросли, вы поднялись на ступеньку в жизни. Статус ваш поменялся. Из переходничков из начальной школы вы перешли в среднюю школу. И стоите уже не на одной ножке, а на двух ногах. Так вот пусть эти ноги ваши будут хорошими, крепкими, наверное, фундаментами всей вашей жизни. То, что они очень повзрослели, ребята доказали уже давно. В мае два пионера, Максим Бус и Егор Растегаев, помогли взрослым потушить горящий дом. Ну, мы гуляли с Егором и увидели какой-то дымок. И мы сразу побежали на этот дымок. Мы сначала подумали, что это баня горела. Не горела, ну, как сказать? Дымилась. Да, дымилась. И вот, а мы подошли, а там, оказывается, дом горел. И вот, мы набирали воду и таскали. Где брали воду? Нам давали. Соседи. Со шлангом, да. Со шланга. Да. Набирали ведерки и несли их. Смелость пионеров по достоинству оценили в МЧС. На торжественной линейке в честь Дня знаний Максиму и Егору вручили почетные грамоты за помощь в тушении пожара. Награды для юных героев передал депутат законодательного собрания Омской области Константин Ткачев. От имени главного управления МЧС России по Омской области наградить ребят, которые в мае этого года принимали участие в тушении пожара. Родители тоже очень гордятся своими сыновьями. Награды от МЧС они не ожидали. Чувство гордости за сына, что он у меня такой отважный, смелый. Да, это было неожиданно, потому что как бы это уже все забытое, давно такого не было. Если что-то там где-то дети себя проявили, то у нас это, как правило, нигде не говорится. Только у нас заслуги какие? Спорт, там какой-нибудь, как сказать-то, олимпиада, а вот именно такие жизненные поступки, они уже забыты все. При этом сами ребята уверены, что на их месте так поступил бы каждый. Потому что мы же пионеры, мы должны всем помогать. Как и положено настоящим героям, пионеры из Октябрьского не только смелые, но и скромные. Остается только поздравить ребят с заслуженными наградами и пожелать успехов в новом учебном году. Мария Максимова, Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ.